темный мрачный коридор. Пойдешь. На сыпочках, как вор, пробираюсь чуть дыша, чтобы не спугнуть тех, кто спит уже давно, тех, кому не все равно. Сейчас плачем! Ну, я комнату плачем! Желаю заглянуть, чтобы увидеть, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Крестик на моей груди, на него ты погляди, что в тебе способен он резко изменить. Много книжек я читал, много фокусов видал, свою тайну от меня не пытайся скрыть. Я это видел, как бессонница в час ночной меняет нелюдимая облик твой. Чьих невольница ты идей, зачем тебе охотиться на людей? Очень жаль, что ты тогда мне поверить не смогла в то, что новый твой приятель не такой, как все. Ты осталась с ним вдвоем, не зная ничего о нем, что для всех опасен он, наплевать себе. Ты попала к настоящему колдуну, он загубил таких, как ты, не одну. Словно кукла и в час ночной, теперь он может управлять тобой. Все происходит так страшно в сне. Мое уважение. И находиться здесь опасно мне. Браво! Похлопаем финалисту, похлопаем! Похлопаем победителю! Теперь поет песню...